Привет всем! Вы на канале Sparrow S9, и в этом видео будет обзор тактического ремня Initial Attack Duty Belt. Этот тактический ремень продается в различных цветах. И изготовляется он из двух нейлоновых строп шириной 5 см, и внутри вставлен пластиковый усилитель вот здесь между этими двумя сшитыми стропами. И этот пластик имеет определенную жесткость, то есть вот так просто так ремень не согнешь. И придается ему сразу округлая форма ремень. То есть он округлой формы. Также использовалась при изготовлении этого ремня липучка шириной 5 см, липучка шириной 2,5 см. 5-сантиметровый Fastex компании Duraflex. И ремень имеет вот такую этикетку. Вот этот свободный хвостик ремня прилипает вот сюда на липучку. Здесь имеет липучку крючки, и он прилипает сюда и не болтается и не мешает пользователю ремнем. Этот ремень имеет размер L, о чем свидетельствует вот эта этикетка, и имеет такие размеры. Вот эта часть с пластиком и лентой имеет длину 122 сантиметра. И он может диапазон регулировки ремня. То есть минимально, что можно его удобно одеть, это 98 сантиметров по окружности. И максимально, что можно удобно одеть, это 124 сантиметра по окружности. Вес ремня 315 грамм. Весы показали. Ремень прошит крепкими обувными нитками. Вот так он имеет вид снаружи. Здесь вот эта часть имеет довольно-таки длинную липучку 5-сантиметровую для того, чтобы лишнюю часть стропы можно было фиксировать и она не болталась. Изнутри ремень имеет вот такой вид. То есть здесь 5-сантиметровая часть липучки мягкая и дальше 2,5 сантиметра липучка. Сделано для того, чтобы ремень как можно меньше ерзал на теле пользователя и внутри мягкой вставки. И чтобы он цеплялся и не ездил вокруг талии. Вот такой ремень сегодня был в обзоре. Большое спасибо за внимание. Всем пока.